В рамках празднования десятилетия основания российского комплекса «Готов к труду и обороне» в Люберцах с 18 по 24 марта запустили проект «В школу с ГТО». Программа реализуется в 51 дошкольном образовательном учреждении округа среди детей 6-7 лет. 200 дошколят уже сдали нормативы первой ступени, планируют еще 1000 детей. Участников наградят бронзовыми, серебряными и золотыми знаками ГТО, которые они получат 1 сентября в свой первый школьный день.